Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Самые долгие дни года на юге Сибири выпали на последствия мощных арктических вторжений. А жаркое лето достается только соседям в Якутии и на Урале. Далее более подробный прогноз. В Новосибирске 23 июня временами дожди. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха составит плюс 8-10 градусов. В светлое время суток ожидается 15-17 выше 0. В последующие двое суток ожидаются дожди. 24-го ночная температура 6-8 со знаком плюс. Днем столбик термометра покажет плюс 13-15 градусов. 25-го в темное время суток 8-10 выше 0, дневная температура плюс 13-15 градусов. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я с вами прощаюсь и желаю отличного дня!